26 октября в центре Тирасполя сотрудники правоохранительных органов Приднестровья попытались задержать с целью доставки в ОВД активистов молодежного крыла Народно-демократической партии «Прорыв». Ребята занимались распространением бесплатного спецвыпуска газеты «Русский прорыв». К растяжкам с надписью «Прорыв за перемены», где находилась лидер молодежного крыла партии Юлия Жукова и две активистки, на 5 служебных машинах подъехало около 15 сотрудников МВД. На место происшествия прибыли председатель Народно-демократической партии «Прорыв», депутат Верховного Совета Дмитрий Сон и его первый заместитель по партии Александр Гореловский. Но даже в их присутствии сотрудники милиции вели себя дерзко и агрессивно. Еще раз говорю, не снимайте. Вам что, непонятно? Сейчас заберу камеру. Несмотря на незаконность выполняемого ими приказа, сотрудники милиции все же предприняли попытку задержания активистов. Тогда Дмитрий Сон прикрыл девушек милиционеров и отвел их в свой автомобиль, который по закону является неприкосновенной собственностью.